Республиканская благотворительная акция «Наши дети» практически достигла своего экватора, но все равно не перестает радовать детей и их родителей в период предпраздничной суеты. Накануне заслуженные подарки и душевные поздравления были адресованы ребятам, занимающимся спортивной секцией по скоростной радиотелеграфии Брестской областной организационной структуры ДСААФ. Поработав, допустим, в этой секции, проанализировав ситуацию, пришли к такому выводу. У нас есть семья Шуманов, у которых 7 детей. Из них 5 являются членами ДСААФ, и все 5 по очереди, по ступеньке занимаются в нашей спортивной секции. Поэтому, ну, повод 100% для того, чтобы сосредоточить именно внимание вот на данном факте. Он такой, ну, в системе ДСААФ, я скажу так, единичный в какой-то степени. Вот поэтому мы сегодня поздравим наших деток, вручим им подарки. Ну и отдельный подарок мы решили сделать многодетной семье. Скоростная радиотелеграфия – вид спорта, где страсти кипят нешуточные. Чтобы достичь высоких результатов, нужно проявить выдержку, терпение, быстроту реакции, задействовать свой мозг, слух, но самое главное – активно отбивать на огромных скоростях азбуку Морзе. А для этого еще нужно очень хорошо ее знать. Я занимаюсь уже 2,5 года. Я занимаюсь, потому что это очень редкий и интересный спорт, который в нашей Беларуси встречается крайне редко. Мне интересно на него ходить. У тебя уже есть разряд? Да. Вот расскажи, в каких соревнованиях участвовал? Я участвовал 2 раза в Минске в областных соревнованиях и 1 раз в Светлогорске. Но в Светлогорске я получил именно там первый юношеский разряд. Среди воспитанников спортивной секции 5 из франко-белорусской семьи Шуман. Ребята с удовольствием занимаются радиотелеграфией, и все они уже имеют спортивный разряд. Родители с удовольствием помогают детям в их необычном увлечении. Мы пришли в ДСАФ, это естественный выбор. Я училась в свое время на водительские права в структуре ДСАФ. Раньше все жители абсолютно страны учились в ДСАФ. Сегодня существуют разные частные школы, но тогда это был ДСАФ. Ребята молодые, они проходили курсы радиотелеграфии тоже в структуре ДУСАФ. Вот, собственно, 3 года назад я увидела объявление в газете, и я решила отправить 2 сыновей в ДУСАФ для обучения скоростной радиотелеграфии. Моя задача была убедить папу, что это нужное дело для мальчиков, ввиду того, что мальчики должны служить в рядах вооруженных силах республики. И, собственно, благодаря работе родительской тренер заинтересовал ребят. И это очень новая, интересная дисциплина, как иностранный язык еще другой какой-то, абсолютно незнакомый. Вот мы оказались в структуре ДУСАФ 3 года назад. Мне заниматься здесь очень нравится, получается. Я в этом для себя вижу смысл. И я хочу заниматься. Я буду заниматься до конца, держаться, потому что я настойчивая, я знаю, что у меня получится. Это мне пригодится, я думаю. Всем воспитанникам секции были вручены сладкие подарки, а взрослой половине семьи Шуман в благодарность от Брестской областной организационной структуры ДСАФ за воспитание чудесных преемников необычного спорта была подарена мультиварка. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.